Всем привет, с вами Прия. В то время как топовые гильдии занимаются покорением битвы за Дазар-Алор, обычные игроки, не занимающиеся этим, могут посетить Лунную Поляну для старта заданий Лунного Фестиваля и каких-либо покупочек вещей, связанных с ним. В 2019 году были добавлены 7 новых игрушек, весьма интересные, немножко, конечно, измененные, и, быть может, вы уже видели их и в прошлом году, но в текущий момент они добавлены лишь только в другой цветовой раскраске. Мы подходим к собирателю монет наследия и просматриваем абсолютно все товары, какие только есть. Собственно, костюмы дракона, камень возвращения лунного старейшины, похожий камушек, который, в принципе, был уже во время празднования зимнего покрова, он давался нам. Также можно купить различные повышения для своих фамильных вещей, если они у вас вдруг еще не апнуты. Ну и, в принципе, получается, какие-либо рецепты также для портняжного дела, для инженерного и всякие-всякие различные интересности. По ходу квестов, которые даются на Лунной Поляне в Калимдоре, будет представлена история этого праздника и, в принципе, абсолютно все касательно него будет рассказано. В течение лунного фестиваля, а идет он около 2 недель примерно, дата его начала 28 января, ну а дата окончания 11 февраля. В период его празднования нужно просто-напросто летать по различным местам Калимдора, Восточных Королевств и Нордскола с целью поиска предков и с целью взятия у них монет наследия, валюты праздника. Собственно, что покупать за них уже было показано. Для простоты действия советую использовать аддон Handy Notes и при этом скачать к нему дополнительный модуль, который называется Handy Notes Lunar Festival. Ссылочку кину в описании. Надеюсь, все прекрасно установите. Все у вас будет работать, и на карте будут отмечены самые обычные точки, которые нужно посетить вашему персонажу с целью получения монет наследия. Прям иконка будет большая-большая, не увидеть ее будет реально трудно. В ходе этого праздника можно получить 84 монеты наследия. Это хватит на, конечно, небольшое количество игрушек, но я думаю, у вас есть какие-либо альтернативные персонажи хотя бы 80-80 уровня с максимальными полетами с целью получения хорошего количества монет наследия. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте смотреть другие ссылочки в описании. До скорого!